В Твери на улице Паши Савельевой жители многоэтажки номер 35, корпус 4 с содроганием ждут, когда в регион придут осенние ненастья. Ведь их двор в этом случае превратится в долину озер. Свои проблемы жители многострадального дома поделились с нашей съемочной группой. Как решить этот наболевший вопрос, выяснил наш корреспондент. Сколько ям разных размеров и глубины приходится всего на один двор, сосчитать сложно. Небольшая площадка напоминает лунную поверхность с кратерами. Жильцы дома сетуют, проехать здесь на автомобиле практически нереально. Здесь также как бы объездной путь с других дворов. И мусорные контейнеры стоят с разных домов. Сюда часто ездят большегрузные машины, которые также разбивают эти дороги. Вот. Сама причина, ну то есть на легковой машине я не могу проехать здесь нормально и постоянно задеваю днищем. По словам жильцов, эту дорогу не ремонтировали с того времени, как был запущен в эксплуатацию сам дом, а это больше 30 лет. Как рассказывают собственники квартиры, они обращались со своей проблемой и в управляющую компанию, и в администрацию района. Мы пытались с дорогой с этой разобраться, писали. И сейчас, по-моему, и новый глава администрации в курсе. Вот обещают. Обещал помочь. Пока, говорят жители, дело не сдвинулось, а на пороге холода. Летом колдобины высыхают, но с приходом осенних дождей здесь постоянно вода, а зимой и вовсе гололед, где можно поскользнуться на обледеневших ямах. Самые глубокие рытвины обступили площадку с мусорными контейнерами, которым после очередного ливня впору подплывать на лодке, сетуют граждане. Двор дома 35, корпус 4 по улице Паши Савельевой давно стал территорией невысыхающих луж. Каждый дождь здесь задерживается надолго. Глубокие лужи наполняются водой и очень долго высыхают. И чем уже только эти ямы не присыпались строительным мусором и, в принципе, мусором, и даже старым ковром. Мы выяснили, что данная дорога не стоит на балансе города. Она является придомовой территорией. В администрации города напомнили о действии программы поддержки местных инициатив, которые вполне могут воспользоваться собственники квартир. В ее рамках за 5 лет было реализовано более 100 проектов. Для того, чтобы подать заявку на участие, нужно провести собрание жильцов, решить, какие работы по благоустройству нужны, далее готовится проект и отправляется на конкурсный отбор. Вся информация о действии программы есть на сайте города Твери.